Всем привет! Меня зовут София, и вы на канале Пантерик. Сегодня мы обсудим такую тему, как основные корма для насекомоядных рептилий, или какие насекомые подходят в качестве основного рациона. Также мы поговорим о плюсах и минусах живого корма и замороженного корма. Я расскажу, что делать, чтобы ваши насекомые прожили как можно дольше, и как приучить вашего питомца к разморозке. Исходя из питательности, существует три вида основного корма. Это сверчки, тараканы и саранча. Вы можете использовать только один вид корма, либо чередовать разные виды кормов в любом соотношении. Это будет только плюс, так как чем разнообразнее питание, тем лучше для вашего питомца. В нашем магазине существует три вида сверчков. Двупятнистый, домовый и банановый. У каждого есть свои плюсы и минусы. Этот вид крупнее остальных, он не прыгучий и довольно живучий. Он умеет сверчать, для кого-то это плюс, для кого-то это минус. Существенный минус, он может съесть фон в вашем террариуме, поэтому им желательно кормить с пинцета. Он бывает двух размеров, крупный и средний. Самый большой плюс, он бывает всех размеров, от 1 мм до 2 см, поэтому им удобно вскармливать малышей или кормить мелкие виды, такие как древолазы. Он прыгучий и умеет сверчать. Этот вид считается более питательным, чем предыдущие. Он практически не прыгает и практически не сверчит, однако более требователен к условиям. То есть, если вы содержите сверчков в фасовочных коробочках, то банановый сверчок проживет немного меньше, чем двупятнистый или домовый. Он бывает только одного размера. Чтобы сверчки прожили у вас несколько недель, их необходимо высаживать в специальный бокс Cricket Pen, о котором вы можете узнать из нашего видео по ссылке. В нашем магазине вы можете приобрести туркменских тараканов. По сравнению со сверчками, они очень живучие. Они не прыгают, не ползают по стеклу и не издают никаких звуков. Их также можно содержать в Cricket Pen. Саранча существует двух видов и двух размеров. Средняя и крупная, пустынная и перелетная. Ею очень удобно кормить взрослых особей и крупные виды. Ее также удобно брать пинцетом или высаживать в террариум. Она прыгучая, но если у вас случится побег, то ее будет легко поймать. Для содержания саранчи можно использовать фаунариум с вентиляцией и двумя крышками для удобства высаживания. На дно насыпается специальный корм, а свободное пространство заполняется яичными картонками. Питаются насекомые специальным кормом. Вы можете приобрести корм нашего производства или производства фирмы Репаши, обычный или суперпитательный. Это повысит пищевую ценность насекомых и продлит их жизнь. Главный плюс замороженного корма заключается в полном отсутствии живых насекомых дома. Это актуально для тех, кто вообще не хочет никак контактировать со всякой живностью. Вы просто достаете порцию корма из морозилки, оставляете при комнатной температуре на 15 минут и затем скармливаете своему питомцу. Замороженный корм может храниться в морозилке до года, однако замораживать повторно несъеденную порцию мы не рекомендуем. Если ваш питомец не приучен к замороженному корму и питается только живыми насекомыми, вы можете попробовать приучить его. Для начала вам стоит начать кормить его живыми насекомыми с пинцета. Как только он привыкнет есть пинцета, замените живых насекомых на неживых. Через какое-то время он поймет, что то, что не шевелится, тоже может быть съедобным. Затем попробуйте покормить его из миски. Есть виды, которые вообще не едят из мисок, такие как лягушки или хамелеоны. А есть же те, кого практически не нужно приучать к разморозке. Например, это подростки или взрослые особи бородатой агамы. Если это видео было интересным и полезным, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Напишите в комментариях, чем вы кормите своего питомца. Всем пока!